Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы ответим на самые популярные вопросы про гастрит у собак. Гастрит – одно из самых частых заболеваний желудочно-кишечного тракта у собак. Он может развиться у лающего любого возраста и любой породы. Какие симптомы могут указывать, что у питомца гастрит? Как лечить это заболевание и какие меры можно принять для профилактики этой болезни? Мы подробно изучили эту тему и готовы ответить на самые популярные вопросы про гастрит у собак. Гастрит – это воспаление или раздражение слизистой оболочки желудка. Чаще всего он появляется из-за нарушений в режиме питания животного. Причинами гастрита могут быть некачественный корм, несбалансированный рацион питомца. Также нередко гастрит возникает в результате отравления или проглатывания животным несъедобного предмета. Симптомы гастрита во многом похожи на симптомы отравления. Как правило, при гастрите у собаки наблюдают рвоту, иногда диарею. Питомец отказывается от еды и ведет себя беспокойно. Из-за боли в желудке собака может начать скулить. При гастрите лающего друга перестают радовать такие привычные занятия, как прогулка или игры. Ветеринары выделяют острую форму гастрита и хроническую. Первый тип характеризуется резкими симптомами, быстрым течением и развитием заболевания. Как правило, этот тип гастрита легко выявляется и быстро лечится. А вот хронический гастрит – это длительное, медленно развивающееся заболевание, которое редко дает о себе знать. Лечится этот тип гастрита очень трудно и нередко приводит к серьезным осложнениям. Острый гастрит в большинстве случаев лечат медикаментозной и диетической терапией. Если специалист не обнаруживает в анализах животного паразитов или микробов, против которых следует начать медикаментозное лечение, питомцу назначают особый рацион. Первые сутки животное держит на голодной диете. После дня голодовки собаки начинают давать пищу небольшими порциями. Как правило, через 2-3 дня острый гастрит проходит, и лающего друга можно переводить на обычный режим питания. Если гастрит хронический, то подход к лечению меняется. Животному назначают противовоспалительные препараты и специальную диету. Вместо голодовки собаку кормят часто и маленькими порциями. При хроническом гастрите важно регулярно показывать питомца ветеринарному врачу. Профилактика гастрита у собак заключается во внимательном отношении к питанию лающего друга. Используйте корм, подобранный с учетом возраста, породы и образа жизни собаки. Ни в коем случае не кормите питомца продуктами со своего стола. Отучите его подбирать что-либо на улице. Регулярно посещайте ветеринара, сдавайте анализы и проходите обследование. Особое внимание необходимо уделять взрослым животным, а также некрупным породам. По данным исследователей, у них вероятность развития хронического гастрита – выше. Теперь вы знаете ответы на самые популярные вопросы про гастрит у собак. Следите за самочувствием своего питомца, и пусть ваш лающий друг никогда не испытывает проблем со своим желудочно-кишечным трактом. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!